Это столица Чешской республики. Здесь говорят на чешском языке. Язык это славянский, относится к группе славянских языков. И в принципе похож на русский язык. Но есть слова, которые звучат одинаково и по-русски, и по-чешски, но обозначают совсем другое. Например, если вы говорите «жадный», это значит «никакой» по-чешски. Если вы скажете «павлок», это значит «веслов». Если вы скажете «бухта», это значит «булочка», это не бухта, куда заходит корабль. Да? Если мы говорим слово «позор» по-чешски, обозначает оно «внимание», вы уже знаете. Там на трамвайчике.